Дело в том, что благодаря этой песне странным образом очень многие вернулись из-за границы. То есть уехали, жили хорошо, потом слушали, плюнули и приехали обратно. Она такая же москвичка, как была. Родион Марченко. Чуть вздрагивает зонт, и женщина французская, серьезно и мила, спешит сквозь утро тусклое, должно быть, проспала. И тем, кто встретится ей улочкой узкою, не догадаться, здесь у всех свои дела. Она хоть бывшая, но подданная русская, она такая же москвичка, как была. Русской подданной в квартире кавардак, а значит, что ты в душе наверняка не так. Но как легки ее слова, и пусть неважно спит, но от столичной голова на утро не болит. И вспоминая сон про дворики арбатские, она как в реку погружается в дела. И несмотря на настроение дурацкое, она такая же москвичка, как была. Каштаны негры продают у площади Конкорд, бредет сквозь лампочек салют бесснежный Новый год. И парижане о своем, задумавшись, спешат. И Рождество опять вдвоем с подружкой из США наполнит праздничный Париж вино французское, а ей пригрезится Москва белым-бела. Она пьет водку, так как подданная русская, она такая же москвичка, как была. Праздничный Париж вино французское, а ей пригрезится Москва белым-бела. Она хоть бывшая, но подданная русская, она такая же москвичка, как была. В Венеции, площадь Дожей, все прекрасно, и солнце светит, все, мы идем с Олегом, никто не узнает, слава Богу, все хорошо, никто не пристается, думаем, прекрасно, и вдруг: «Господи, люди добрые, бегите все сюда!» И вдруг такая группа, значит, товарищей, видимо, экскурсии, которые приехали: «Посмотрите, кто это! Посмотрите, кто это стоит! Доча! Доча, иди сюда! Ты посмотри, кто это стоит!» Она: «Ну кто?» Ей там лет 14-15. Да, это же сам Митяев стоит! Вы понимаете? Она, видимо, единственная знала из этой группы, значит, «Вы понимаете, кто стоит перед вами? Доча, ты понимаешь?» Она говорит: «А кто это?» И вот мы спокойно пошли дальше. Мы были в Мадриде. Сейчас это как сладкое воспоминание. Нет, а это не будут показывать. И мы были в Мадриде. Я, значит, пошел в туалет в Мадриде, Испания. И вдруг: «С добрым утром, любимая!» Я думаю: «Твою мать! Выхожу на международный уровень!»
вообще играет. Вот. Выхожу, значит, из туалета, дверь открываю, и соседняя кабинка там открыта. Женский туалет, да? И на раковине лежит телефон Маруси, в котором, значит, кто-то звонит, и там на звонке эта песня с добрым...